энергии. Теперь моим экспериментам придет конец. Она проводит опасные эксперименты. За мной кто-то следит. Она создала столько монстров. Пугающий талант. Вот бы она еще направила его в верное русло. Она бы точно нашла общий язык с ведьмами. С таким характером. Это снова вы. Мне так жаль моих бедных зверюшек. Если хотите попасть в Академию, нужно заново установить древнюю стелу. Эти развалины – наследие, оставленное Рошанами. Эти развалины – наследие, оставленное Рошанами.
Да мы так до скончания века будем эти осколки собирать. Где-то рядом с ярмаркой Синелии продавали осколки камней. Они были похожи на те, что нужны нам. Думаю, проще будет купить их. Эти осколки можно собирать бесконечно. Thank you.
Мне можно доверить любую вещь. Приходи еще. Мне можно доверить любую. Приходи еще. Я точно стану человеком. Мандрагоры — серьезная проблема для развалин. Правда, продаются? Ищите теперь в своих закромах монеты. А у нас точно есть деньги? Покупка, конечно, облегчит нам жизнь, но что-то эта глыба немного дороговато. У меня идея. Давайте соберем достаточно денег, чтобы отдать их Урии и вернуть нам Фэй. Тут, боюсь, и всех денег мира не хватит. Да и Урии они в любом случае не нужны. Ну как? Собрали все осколки? Установите Стеллу на определенное место. Хоть ему и тяжело, но он терпит. Thank you.
вы уже установили Стеллу. Даже не вздумайте меня обмануть, чужаки! Слабоумный старик погубит громовых магов! Зачем вы ищете Эниаса? Я занят, так что не отвлекайте меня всякой чушью. Встретили Эниаса? Ха-ха, смешно, не правда ли? В молодые годы Альфред был выдающимся магом. Эниас, что-то знакомое. Это чье-то имя? Вы вернулись из чертогов? По вам не скажешь. Томпсон все-таки угодил в передрягу. Все очень уважают Эниаса. Теперь понятно, почему они относятся к нам враждебно. Вам не игровая площадка, детишки.
Ищите везде, только без доказательств не возвращайтесь. Приятно познакомиться. Я местный библиотекарь. Ого! Сколько же здесь книг! Тише, Корбус! Вы мешаете мне читать. Я видела куклу с шестеренкой здесь, в библиотеке. Магическое устройство, приводящее шкаф в движение. Маги придумали такое интересное заклинание. Знаете, все эти тезисы слишком умозрительны. По большому счету, между призывателями и Астелианами нет большой разницы. Есть теория, что люди, наблюдая за потоками Атры, научились создавать созвездия и повелевать ими. Однако существует и другая теория. Ее сторонники считают, что энергия Атры появилась уже после создания созвездий и следует за ними. Астелиан или кто-то другой? Это довольно сложный вопрос. Ой, прости. Я не поняла ни слова.
пройти не получится. Нужно устранить эту куклу. Тогда мы сможем спасти лошадь. Не хотите признать правду? Если не верите, я могу показать вам ее чертежи. Возможно, в них есть способ заставить ее снова двигаться. Я покажу вам, где они. В этой библиотеке я знаю каждый листочек. Покажи. Мы поверим только тогда, когда все увидим сами. Не могу поверить, что Лотту создали маги. Есть способ заставить Лотту ожить. Лотта. В чем теперь проблема? Вы моя семья? Аида, где-то я уже слышала это имя. Эмия Селестар всю жизнь изучал заводных кукол и способ изготовления искусственных остеков. В записях Эниаса я точно видела информацию о древних заводных куклах. Кажется, это был 20-й том истории магического сообщества. Целью Эниаса было создать искусственного остела, наполненного силой звезд. Значит, куклы-убийцы, появившиеся за последние 100 лет, это искусственные остелы, созданные Эниасом по образу Лотты? Но почему Эниас так этим интересовался? Об этом говорится в 31-м томе. Астел, шестеренка которого связана с судьбой. Лотта же постоянно так представляется. Теперь понятно. Эниас Алистар захотел стать повелителем судеб. Есть еще информация об исследованиях искусственных остелов. Вам нужен 47-й том «Истории магов». Я люблю читать. Книги такие интересные. Аида, книги читают, они играют с ними. Память остела и созвездие шестеренки хранится в двух местах – картах неба и земли. Карта неба показывает рождение созвездий и движение звезд. По ней можно предсказать судьбу и даже изменить ее. Но чтобы извлечь память из карты звездного неба, нужна энергия Атры. Астелия! Призыватели Лотта были связаны с самой судьбой! Это так романтично!
Если Лота и Звездная карта связаны друг с другом, то, возможно, и Аида тоже. И правда жив? Кого тут поджарить? Электрошок! На чем я остановилась? Мы рады, что ты теперь с нами, Медея. Твои знания нам очень пригодятся. Идем в мрачное святилище. Пора найти Лоту. Но вы нашли то, что искали? Как я рад снова вас видеть! Встретимся в древних руинах. Ученики выбрали не тот путь. Я знаю один способ разбогатеть. Идите прямо и как раз выйдите к мрачному святилищу. Маги не могут применять магию против людей. Иначе их ждет смерть. Ну что? У кого есть идеи, как поймать мага? У Теи есть один способ. Насадить его на копье. А может, лучше твой клюв прочистить? Хватит нести чушь. Давайте скорее схватим этого ученика и отведем к Томпсу. Ха!
энергии!
Ученики выбрали не тот путь. Нужна подмога! Я знаю один способ разбогатеть. Все-таки Астелианы сильно отличаются от остальных. Знаешь об Эниесе Алистаре? Нужно найти вторую печать, и тогда я смогу вернуться домой. Кумихо! Новые друзья. Вот бы папе вы понравились. Может, не стоит нам становиться такими близкими друзьями? У нее на плече изображен герб Алистара. А это явно не сулит ничего хорошего. Ты мне нравишься, Медея. Научи меня тому, что знаешь. Умные маги мне очень нравятся. Да неужели? Как я рада. Нет, нет, я еще не наигралась.
помочь. Правда, правда. Теперь я тоже могу стать Астеллом Призывателя. Не знаю, но ты очень милая. Мы будем рады, если ты будешь путешествовать с нами. Я не могу стать Астеллом. Отлично! Путь в мрачное святилище открыт! Идем! Я тоже буду помогать вам!
умираю. Томсон выглядит таким изможденным. Теперь дело за нами. Под силу жить дольше 100 лет. Где-то здесь спрятан камень демонов. Нужно скорее найти его. Волшебницей, самой великой во всем мире. Волшебницей? Да. Я буду все время тренироваться. Каждый день. Правда. Аида, тебе не нужно быть кем-то другим. Просто будь собой.
Спасибо, призыватель. Теперь я поняла, кем я хочу быть. Я давно ждала твоего зова. Я знал, что вы справитесь. А теперь давайте вернемся в магическую академию. Спасибо, Астелиан. Вот досада. По незнанию мы раскололи брата Аиды на кусочки. Какие вы злые. Аида, должно быть, вас ненавидит. Пора. Сильнее, чем нас, Аида ненавидит только тебя, Лотта. Братик, ты правда хочешь остаться здесь один? Кажется, я поняла. Теперь я знаю, кого должна защищать. У тебя в долгу, Астелиан. Встретимся в крепости Винцерос.
хотите отправиться? Я наслышана о ваших подвигах. Отправляйтесь встретиться с Зефом. А, знаменитый Астелиан собственной персоной. Мне нужно переговорить с вами. Хотите отправиться? Приветствую. Я ждала вас. Запомните пароль. Только не говорите, что узнали его от меня.
Налетай, покупай, сделаю вам хорошую скидку. За 130 лет здесь ничего не поменялось. Даже люди остались те же. Добро пожаловать на черный рынок! Я ничего не знаю! Убирайтесь! Вы и на всем свете не сыщите товаров лучше, чем у меня! Ох, кажется, мне пора закрываться. Что ищете? Спрашивайте, не стесняйтесь! Не мешайте торговать! Ко мне пожаловали настоящие ценители. Я могу рассказать вам про гильдию. Были немного грубыми? Призыватель, ты ведь не спустишь ростовщикам это с рук. Вы меня видите? Такие сильные. О, Лили, это ты?
что-то знает о правнучке Корона. Что? Просите рассказать о гильдии? Давно не виделись, Лили. Найджел, это будущее нашей гильдии. Лили до сих пор считает себя виноватой? А, это ты тут невоспитанный, Астел? Ой, прости, не хотела тебя обидеть. Если Астел долгое время будет без призывателя, то энергия Атры в его теле иссякнет, и он исчезнет. Все в порядке. Пока Найджел и его сами промышляют камнями Атры, мне нечего бояться. Продажи камней Атры? Но зачем им еще и ликинские рудники? Они хотят бы получить и право на добычу, и право на продажу камней Атры? А ты смышленая. Хорошенько обыщите черный рынок. Где-то здесь хранятся камни Атры. Все битком набито камнями Атры. Что Найджел собирается с ними делать? Лили, он сражался с Сайдой Найджела, чтобы защитить черный рынок. А Лили была ключевым человеком в этой битве. Что ты имеешь в виду? Отправляйтесь к Хамелю. Этот подлец наверняка что-то знает. Yeah!
Послушайте, давайте договоримся, а? А вы мне нравитесь. Я все скажу! Все! Где же Эллея? Может, у входа на черный рынок заманивает людей, которые могут помочь ей? Как заманила нас? Она сильная, но немного глуповатая, хотя добрая. Призыватель, возьмем этого кота с собой. И я даже готов поделиться рыбкой.
Спасибо за помощь с Найджелом. Руки прочь от моей рыбки. Теперь мы всегда будем вместе. Избавьтесь от Динора, чтобы уничтожить остатки шайки Найджела.
Лекарства закончились! Thank you.
Это место и правда похоже на помойку. Здесь можно купить все. Любовь, власть или жизнь. Есть деньги, значит, ты хозяин. Кому-то нужно навести порядок в этой дыре. Пожалуй, я этим займусь. Рэм! Сейчас мы тебя подлечим! Красивый финал. Пойдем, увидимся с принцессой. Лен, посмотри, какая я красивая. Я даже не могла представить, что такое возможно.